На сцене Приморской филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное столетию советского и азербайджанского политика, третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. В юбилейном концерте принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяка, который отметил огромный вклад не только в историю советского государства и Азербайджана, но и в развитие Приморского края. Для Владивостока это еще Бакинское высшее военно-морское училище, и многие его выпускники сегодня служат на флоте, оставили уже вслед за собой следующее поколение, укрепляют обороноспособность нашей страны. Это, конечно, огромный вклад в развитие нефтяной промышленности, в освоение Западной Сибири, именно бакинцы, именно нефтяники, азербайджанцы делали такие первые шаги в освоении всех этих сибирских просторов. Губернатор края также отметил, что нынешнее поколение пользуется результатами трудов Гейдара Алиева. Его шаги были грамотны и продуманы. Например, второе дыхание получила Байкало-Амурская магистраль, а также Восточный порт, который является воротами в Азиатско-Тихоокеанский регион. И вклад Гейдара Алиевича весьма весомый в строительство Байкало-Амурской магистрали. По сути, это второе было окно на восток. Окно, которое связывало нас непосредственно с Охотским морем, с выходом в северные порты, открывало возможности для Хабаровского края, задействовало весь тот богатейший природно-ресурсный потенциал, который есть непосредственно там. На торжественной части руководителям и членам национально-культурной общественной организации «Азербайджанский конгресс» вручили благодарственные письма губернатора Приморья. После официальных поздравлений гостей ждал концерт. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.